слова на каникулах. Сегодня я не возьму их с собой. Я буду бродить по знакомым улицам, слушая мантры своих шагов, слушая свои синие найки, слушая свои синие найки. Гайс. Ну, раз такой повод, я даже еще горошка, наверное, вынесу нам. Не все так плохо. Да не. Отдай, то испортишь. Ладно, ладно, успокойся. Вот теперь сама за ней иди. Но так не пойдет. Еды и так почти не осталось. Когда, если не сейчас? Давай, открою. Я что, сама не открою? Я бы не стала сама открывать. Может, мы расскажем по очереди, кому чего не хватает? Чур, я не первая. Так-то я начну? Ну, не слазь. Больше всего не хватает маникюрных салонов. О, это да, реально нужная вещь. А еще я скучаю по своим таблеткам. Я была так близка к мечте. А сейчас... У меня таких проблем, например, нет. Я бы и один всю жизнь прожил. Скучаю только по своим собакам. То, что сейчас никто не спасает животных. Я вообще не понимаю эти уроды, но все пойдут лишь бы пожрать. Я просто не понимаю, как такое в голову этим кретинам приходит. Да, согласна, есть мясо, это отстой. 100%. А то, что они женщин вообще всех упрятали и в армию не берут, это норм? Типа слабый пол. Да что бы вообще все без нас делали? Ну, ты что скажешь? Я скучаю по друзьям. По работе в библиотеке. Работаешь. Да и от мяса я бы не отказалась. Помню, как мама запекала курицу. Я отойду. Навстречу лицам. Они стреляют в ответ недоумение.